Добрый день, меня зовут Галина Анатольевна Сулуянова, я директор культурного центра Александра Вампилова, где мы находимся. Это Сибирь, это город Иркутск, улица Богдана Хмельницкого, 3Б. Мы работаем по четырем направлениям. Это, собственно, музейная экспозиция, которая называется «На антресолях», где предметы, мебель, одежда, рукописи Александра Вампилова. Внизу литературно-театральный салон, а в цокольном помещении библиотека и картинная галерея по вампиловской тематике. Мы вас будем ждать, приходите, будем очень рады. Будем дружить, Франция, Россия.